Вершина Терск Павила, на втором месте Этмир. На третье место перекладывается Кабул Терск, Воски, Будапешт Терск. Участники скачки входят в левый поворот. Вершина Терск лидирует, Этмир вторым. На третье место перекладывается Будапешт Терск, Кабул Терск, Воски. 200 метров пройдено за 15,1 секунды. Лидирует вершина Терск, Этмир вторым. Будапешт Терск третьим, перекладывается на второе место полевой стороной. Далее Кабул Терск и Воски замыкает. Вершина Терск лидирует в борьбе за второй Этмир и Будапешт Терск. Кабул Терск и замыкает Вокси. И выход на финишную прямую. 500 метров пройдено за 35,2 секунды. На финишную прямую компанию выводит вершина Терск с преимуществом впереди. Этмир вторым, Будапешт Терск третьим. Ну и подтягиваются и Кабул Терск, и Воски. Впереди вершина Терск с большим преимуществом, а вот в борьбе за второе три лошади. На второе место выходит Воски. Этмир третьим. Вершина Терск выигрывает скачку. Воски финиширует второй. Кабул Терск третьим. Этмир четвертым. Будапешт Терск пятым.